Весна набирает обороты. Вместе с теплыми лучами солнца приходят мысли о долгожданном отпуске. И у каждого в мечтах смена обстановки. У кого-то географическая, а у кого-то интерьерная. Открывая строительный сезон, нельзя пропустить такой пункт, как отделка. Отделочные материалы могут быть самыми разнообразными. Например, природный камень. Его явные преимущества – прочность, экологичность и долговечность. Представлен натуральный камень. Этот материал используется в разных сферах, в основном строительной. Также изготавливают различные элементы, декоративные, как внутри, так и снаружи дома. Столешницы, ступени, подоконники, светильники, дизайнерские элементы с различными вариантами обработки торцов изделий. Также образцы брусчатки для мощения дорог и богатый ассортимент материала в виде плит разных размеров. И это далеко не полный список на каменном рынке ведущих компаний. Представлены материалы такие, как оникс, гранит, травертин, различных месторождений. То есть это идет Россия, Бразилия, Китай, Испания, Турция. Различные месторождения, соответственно, и в каждом есть своя изюминка. Если вы уже решили, что ваш отпуск подарит только яркие и оригинальные интерьерные изменения, а в качестве отделки выступит натуральный камень, который помимо красоты и долговечности способен укрепить здание и защитить его от переменчивого уральского климата. Важно до начала строительного сезона обратиться к профессионалам. Они помогут составить смету и выбрать подходящий материал. Кроме того, вы сможете получить консультацию специалистов и хорошие скидки. Компания «Парад камней» – это богатый ассортимент натурального камня, оптовые поставки плит, слэбов и готовых изделий по всей России. Наш адрес: Маяковского, 25А, офис 912, телефон 38-98-344. Скажите кодовое слово «Полезно» и получите скидку от 5 до 10%.